Всем привет! Итак, у нас сегодня должно быть какое-то уже новое событие. Сейчас подивимся, чи можно что-то там сделать будет, чи може лучше пропустить. Ну, стандартно. Вчерашнее событие я пропускал, особо его не играл там. То, что река Хуанхэ, это не моё было. Ну, уже видно будет Фернандо, то, что продают в магазине приманки. Так, ребята взяли в клановых войнах третье место, молодцы, в принципе. Отличная награда, легендарку дают. Так, какие-то большие скидки, ну это все, конечно, брехня, так что тут лучше и не читать, что они там брешут нам. Так, вызовы стандартно каждый час. Есть и большой турнир, есть и рыбацкая битва. В общем, все есть. Так, дают легендарочку. С колеса, кстати, легендарка – це редкость тоже. Ну, отлично. Хотя бы уже что-то падает. Ну, сейчас пробежимся по самому событию, подивимся, какие там цели вообще стоят. Так. Халяву сейчас позабираю сразу, чтобы она не висела зря тут. Так, и поставлю, как пачка открывается. Ну, и события злые акулы. Так, проходит оно на Гренландии. Так, Гренландия. И Фернандо, да? Угу. Усиление дают. Приманки, легендарок кучу даватимуть. Ну и последняя награда тоже такая непоганая, в принципе. Отлично. Ну, последнюю там не взять, это точно. Ну и дивимся топ-300. Большой пакет с приманками. Ну и даже большой пакет за топ-500. Так что особо стараться для рейтинга. Там смысла никакого немає. Приходят награды за чемпионат. Тоже. Какие-то плюс по приманках есть. У нас финалы будут на Елапе. Так что треба зарабатывать билеты, как-то стараться. Пока что у меня ни жодного билета немає. Ну и не знаю, не знаю, с чего начать, если честно. Давайте, наверное... 4 акулы, так что есть что поиграть. Это точно. Так, полярная. Ну, сейчас просто попробую сыграть. Вообще подивлюсь, чи у меня удочка есть, яка приманка, яка рыба. Опа-на, легендарочка. Ну, стандартно, так как всегда, они добавляют нам легендарных рыб. Чтобы мы сливали все усиления, яких и так уже немає пошти. Так, 13 тысяч, удочка слабенька, шестерочка. Ну, сейчас пока что хотя бы по минимуму сыграю. То, что на поиске 21 тысячи, в мене немає пока усилений. Так, то значит, кстати, вони и будут. Смотря як із события впаде там. Так, удочка 4-5. В принципі, удочка непогана така. Щас хоча б на восьмерочку прокачаю. Так, 8600, 9000. Ну, и с усилениями печальная картина, я это как бачим. Вообще не получается накапливать из-за того, что постоянно тратится на эти легендарные именно рыбы. Да, ну, яких поймать дуже трудно. Дуже трудно их, особенно в последнее время, вообще не получается. Ладно, значит, пока что легендарку я пропускаю.
Переходимо до якоїсь другої риби. Так, приманки на вибір. Рідкі. Тут покращені на 9 уровень. Так. Юрш. І зубатку беремо. Хорошо, її, в общем, я її поки що пропускаю. Давайте, наверное, подивимося в рибацьку битву. Може, тут якась більш-менш прокачана є. Мені цікаво, де... А, поняв, на Фернанду буду грати. Так, ага. 13 тисяч, ну це маленька по-любому там. Зараз ми її на сімерочку. Ну, все равно маленька. 15 тисяч, ну, в ребят вже є і по 16 вилітають. Отлічні такі у них показателі. Пусть скинули. Можу зараз скинути вообще вниз. Интересно, яка ж друга риба? Блін, обратно лега, ну ребят, ну що це таке, ну? Це якийсь просто треш. І теж удочка погана. Не знаю, як іграти, як вони постійно тичуть нам ці леги, на яких не вистачає усилень. І знаєте, вроді би прокачано все, да? І удочка є, і... Легендарка прокачана на 4 уровень, а толку з цього просто ніякого. Так, 16 тисяч, не знаю, крупна, не крупна. Ну, по крайній мірі, на 11 зірок. Тож, зараз тратиться у ноль не буду, тому що буду шукати тоді, як іде ми. Вызов. Сейчас пробежусь по самому событию, по цих рыбах, что вам тут попадает. Удочка первый уровень. Дают. И приходит серебряная. Как бачим, усилений немає, просто дают им приманки і легендарку. Так, вибираємо. 14 штук. Скоро даже і на п'ятерку можна буде прокачати. Так, всі вони восьмерочки. Так, і следующая золота приходить. Ну тут хоча б 100 усилений. Веса есть, то уже хотя бы якийсь плюсик. Так, и удочка, двоечка даже пришла. Так, ну подаемся дальше, что там по событию треба делать. Ага, да, ну ось, да, рыбацька битва. Конечно, цели жесть, я их не сделаю, это точно. Цели, конечно, блин. Жестокі цілі, не знаю. Зараз попробувати далі. Це в нас стандартна, да. Акула буде перший раунд 15600. Удочка є, сімерка, ну я не знаю, чи вона мені поможе. Так, все равно рыбка на 11 звезд попадается. Сейчас пару раз закину без усилений. Удачи. 15500 показывает. А, ну, 16. Так. 12 немає пока что. Мне есть и 12. 12, 15600. Так, рифовая.
Сейчас включу кубики. Так, десяточка, 11 000. Посливаем усиление. Так, 9. Не йде, кстати, от просто 11 000 і все показує. О, ну це хоч. Хоч более-менее щось показало. Так, стільки там? 12-ка теж. 16 900. По-моєму, ми там сонар 100%, да? А, да, 100%, так що, що покаже, та й буде. Отлично. Ну, я вам скажу, по крайній мірі, вже другий раз за перше місце, це хоча б щось. Тим більше з легендаркою. По усиленнях у мене там печалька, ну, стільки хватить зараз. Щось зроблю і все. Так, приходить платінова награда тут уже. 10 приманок на лимонну і 100 удачі. Удача, кстати, мені там треба. Плюс 10 тисяч золота. Удочка троечка стандартно. Так, еще удочка на Гренландии есть. Хорошо, дивимся дальше, что там по событию. У нас первое место все, в принципе, уже. Так что первое место стараться не надо. Ну, цели тут, я же кажу, что выполнить будет их, не знаю, ну, 16 тысяч. Ще попробую, ну 16 800, це вже, звісно, приділ там. 20-21 000, да. Так, лимонна, що у нас тут? Це сімерка, да? 16 400 вона в мене була рекордна. Так, карибська, ясно. Ну, це вони, походу, в большому турнірі, я так думаю, що є. Зараз можна попробувати одну життя, не більше. І то чисто, я не знаю, зараз зразу, мабуть, я перейду, просто попробую впіймати другу. Так, переходь. А ну оцю ось. А, я її впіймав на 12. А яка це в нас взагалі? Ну да, це легендарка йде, значить якась тут следующа. Так. Непонятно поки що. Ну, цю я теж. А яка ж тоді? А, ну і все, походу, їх три там. Це іспитання у нас іде. Ну ладно, остається, значить, да. Остається тільки проходить по самих рибах і по рекордах. Чисто відіграти в рибацькій битві, в поєдинках. Ну і все. Ну і грати сам визов. Кстати, лимонна я сейчас участвую, так что на ней треба буде позакидати непогано. По 100 усилений дають. Усилений то небагато, по 100, ну. Смотря стільки на неї піде на поиски. Визови у нас є. І за визови, кстати, очков прилично дають. Ладно, давайте подивимося зразу тут. Да, звісно, по наградах. Печалька. Не знаю, чи стоїть його і проходить зараз. Наверно, хай вони успокоїться там оті всякі донатери. Ну ладно, чисто показати вам, які риби зараз зіграю один раз. Так, о, понятно. Тільки більший турнір зразу починається. Глюки. Кстати, тут вообще
печальная картина из-за того, что у нас легендарка. Вот так вот. Легендарная рыба, значит, в большом турнире. Так, ну я вам сейчас скажу и показатель шикарный. Двенадцатка. Ну, чисто повезло так поймать. Соперник поймал уже на 19 тысяч. Так что не знаю, чи стоїть проходить большой турнір з легендаркою. Ні, в кого багато усилень, то да, чого. Можна, ну а в кого мало усилень, то будуть проблеми тут по-любому. Дали по 15 усилений. Нормально. Так, а ну-ка, сейчас, кстати, треба подивиться на удочку. Что у меня есть с удочкой тут? Чи я могу прокачать, чи не? Есть у меня на миф, есть на эпик, есть на обычку. Тоже непогана удочка, треба ей. Хотя 3-0, 10% это не так много. Так, а ну-ка, тут редкая есть, обычная, легендарка 4, кстати, 0. А, ну тут еще лучше будет. Эпическая, сливать. Не, ну в принципе, я думаю, можно убрать вот сюда, даже ну, тут просто перк 4.3 на окуня. Сонар тоже поганый, рыба 3.0 тоже не очень. Крупная рыба десяточка тоже, ну, такое себе. В принципе, такую удочку, я думаю, можно будет склопать из любой тут, яка валяется на обычных рыб там. Я думаю, ее можно будет прокачать. Так, сделайте семерку на легендарочку. Кстати, что у нас тут сейчас? Тут удочки дают тоже. Так что тоже будет якийсь плюсик. Може, не знаю. Ну, кстати, кто знает, как в этой ситуации поступить. Морской окунь у меня. Ну-ка, сейчас подивлюсь на приманку, на окуня. Ну да, у меня прокачанный на 11 уровень. Блин, специально сделано для окуня. Да, не знаю. Наверное, не будет дело, да. Точно. Нехай, значит, пока что будет она шестерочка. Ну а что ты сделаешь ей, в принципе? Так, сонарчик не крутится, да? Ну, о, ну 60% хоть более-менее что-то поинтереснее будет. Так, с бонусом печальная картина тоже не прокачанная на максимум. И немає де взять жетоны. Вызов на лимонную. Кстати, сейчас ее тоже пошукаем. Пошукаем, конечно, это через рыбацкую битву. 16 тысяч, значит, там в соперников. Сейчас тоже треба подивиться на дерево, как там воно прокачано. Ну, прокачав я її на 7 уровень, так що повинна на 16 бути. Ой, от дерева бонус іде. Так, стільки там. Ну, 9%. Непогано, звісно, непогано. Тим більше, що удочка є. Так, хороша штука, пишуть, 12-ка. 15800. Ладно, пока не буду тратить усиление, сейчас еще раз буду заходить. Так, рифовая. Так, 9000. Десяточка. 14, ну попробую поймать. 14-100, ну такий показатель собі.
Так, 14 800. 14 14. О, 16. О, люблю такі глюки. Сейчас перекидаю за два жемчуга. Круто. Взяли, короче, ну. Рибу скинули, та і все. Норм. Уф, да. Да, конечно, це жесть. 16 стов поймав і... І последнє місце. Вот так от. Перекидати не буду, тому що я її просто вже не успіну знайти там. І п'яте ж місце у визові, отак. Так що, там ребята пишуть, все равно там рано чи пізно перейдеш на 205-й, я вам точно кажу 100%, що я на 205-й не піду з роду віку, ребят, ні. І так дуже трудно іграти, якщо перейдеш на 205-й, то там все, просто можна... Удаляйте аккаунт і все. І на нього просто, ну, не заходить. Да, ні, ну то все равно там буде, виходить, брати і события там. Ну, просто іменно про визов, я думаю, більше всього можна там забутися. Це 100%. Про большой турнір. Тим більше, хто грає без доната взагалі, то це буде треш. Карибське рифове. На 16-ту я впіймав, і вона не сработала. Зараз ще вийде, хоча б впіймати таку примірно. Так, десяточка прилітає, 16-800. Сонар у мене 100%, так що повинна отработати. Да, 12-ка теж прилітає, ну поки що більше і немає. Цілі в нас там особиті, ого, так що ті, що я зараз витаскую, вони просто маленькі. І все. Яким там подавай на 19 тисяч. Де вони такі показателі беруть? Ну нічого, все равно перше місце є, хоча воно мені вже й не треба, ну перше є. Бажано б поймати зараз рекорд на міфа. П'яте місце, нікуди я не піднявся, нічого. Визов як було п'яте, так і остається. 16 600 аж. Лімонна. Зараз на неї, кстати, позакидаю через, ну, наверное, через поєдинок. Да, тут 16 200, вон 16 400 треба поймати. Цілі такі інтересні. Давайте, наверное, через поєдинок. Пару раз позакидаю тепер. Ну, кстати, рекорд на шосту приманку був 16 400. Так що рекордик був. Ну, не факт, що я його зроблю ще раз. От в чому проблема така. Сім восімсот. Групер. Так, 15 000. Ну, давай, давай. Рекордик прийди. Тим більше я прокачав, ну, на сьому приманку. Хіба таки не прийде. Так, десяточка. Ну, ні, не хоче. Так, 15 700, тоже понятно, що не хоче. 15 700, поки не перешагає. 16 000. 12-ка.
Не, ну конечно, да, крупно рыбка получается. Крупно. Не знаю, как ее поймать. Так, лимонная. Хотя бы еще дал 0,5%. А вдруг сейчас сработает. Так, лимонная. Серия у нас. Блин, а что серия не работает? Програв, да? Значит, програв. Да, усиления улетают дуже быстро. Рекордик. Так, 14, обратно 15700 показує. Більше не хоче показувати поки що. 15300. Ну, не знаю. Щось поки що не отрабатує. По 15 показує, ну більше немає. 15700, 15600, ну а де більше? П'ятнадцять триста. Ну, не знаю, показав ось на 16. І то немає даже. 15900, да, показатель таким. Конечно, 12-ка, но на 200-му 12-ка це пыль. З 12-кою не виграєш. Треба набагато більше вилавлювати, щоб так, щоб виграти. Ладно, ще раз попробую сыграть. Так, 5700. Удочка, кстати, есть на эту рыбку тоже. Маленько. Так, 15400, 15100. Сейчас попробую отключить удачу, позакидать с крючками. Шестнадцать триста показує. Ну, такої не буде там. Сонар слабенький дуже. Да, двенадцатка, ну. Цели, я ж кажу, стоять такі, що ти просто таку не впіймаєш. Не знаю, що їй не вистачає. Вроді би і приманка прокачана, і удочка є. Хоча б якась, і дерево там 9% дає. А все одно сливаєш усиление. Без толку просто. Да, осталось удачи 115. Не получается, что, если честно, играть в эту игру у меня. Что-то вообще просто какое-то невезение. Проходит. Приходит еще одна легендарка. Приманки на выбор даже. Так, сайку прокачать уже можно будет. Если она мне когось треба. Опа.
Тоже можно будет прокачать позднейше. Так, что там по усилениях? По 50, даже дают усиление. Пятое место. Вот так вот. И главное, что не перекидаешь ніяк його. Удочки. На міфа только вона семерка, то остальные шестерки идут. Я уверен, что последнюю не забрать там. Это точно. Так, поймать эпическую на 11 звезд. Ну, это сделаю по-любому. Так, тоже цель. Цель маленькая, там просто поймать. Тут тоже поймать цель. Ну а вот на лимонную, конечно, тут непогані показатели, в принципе. Не, ну у меня был показатель на 16400. Ну, так как сами знаете, что если есть такой показатель, его перебить будет уже дуже-дуже трудно. Так что, кто его знает, чи перекидаю, это такая приличная там. Ну и тут цель, конечно, 21500 поймать. 17500, такі ого-го показателі на 16800 аж впіймати, на 17500. Да, у мене такої, кстати, взагалі не було. 17100, саме більше. Так що, хто його знає, взагалі. Ну, такий був старт событий, я не знаю, як там піде, чи... Я думаю, предпоследнюю я заберу, це точно. Ну, а последнюю ні. Я думаю, последнюю ні, там 70 тисяч очков надо, так що хоча б предпоследнюю взяти і будь, так сказати, довольним. Ну, все, всім спасибо за просмотр, всім також удачі в цьому собитті і пока.